Алексей Ефимов стал председателем Центральной избирательной комиссии Якутии. Путем тайного голосования 13 членов нового состава ЦИК единогласным решением избрали председателя. Алексей Ефимов до этого занимал должность уполномоченного по правам человека в республике. Заместителем председателя ЦИК Якутии стал Иван Андросов, Александр Власов и Ирина Конакова. Почетным гостем первого заседания избирательной комиссии стал член ЦИК России Сергей Сироткин. Предыдущий состав Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия наработал богатый опыт. И по опыту проведения всех выборных кампаний я могу сказать, что они достойно выходили из всех трудных положений, которые возникали в ходе этих избирательных кампаний. Поэтому коллега правильно отметил, что этот опыт надо обязательно изучить и учесть.